На площади около 5000 квадратных метров планируется строительство производственных и выставочных площадок. В технопарке будут разрабатывать радиотехническое и электронное оборудование для нефтяных, медицинских, электросетевых компаний. Мы будем оказывать содействие в подключении сетей инженерной коммуникации, транспортной инфраструктуры. Рады тому, что такие инновационные, современные предприятия, которые выпускают широкий спектр оборудования, развиваются. Создание промышленного технопарка позволит привлечь субсидии со стороны Минпромторга. В области будут созданы новые рабочие места. Увеличатся налоговые поступления в бюджет. В рамках этой программы мы рассчитываем где-то до 280 миллионов привлечь. Это как и создание не только помещений, где, но и создание высокопроизводительных, мощных таких вычислительных комплексов, которые работают в формате промышленного интернета. Мы можем проектировать уже и моделировать все на компьютере.